установить на шесте три флага. При этом три флага совершенно разных стран, они абсолютно разные. Ну, я не знаю, там, скажем, там, зеленый флаг, чтобы никто не... Ну, совершенно, да, фиолетовый флаг и, не знаю, там, красный флаг, да? Вот, неважно. Какие-то три разных цвета, да, три разных куска материи. При этом вы на Земле, значит, у вас есть эти три куска материи, сколькими способами вы можете поднять такой флаг? Это совсем просто. У нас три варианта поднять самый высокий. Да, а третий... Дальше? Два на один. Шесть. Отлично. Проще говоря, три исходящих. Народ, предыдущую задачу можно было не понять, это не страшно. Есть человек, кто не понял это? Когда 3 на 2 на 1. Все поняли, точно? Да. Отлично. Теперь чуть-чуть меняем задачу. Вы не обязаны поднимать все три флага. Вы можете поднять один флаг из этих трех, можете два, а можете три. Скажите, пожалуйста, сколько тогда вариантов? 15. Абсолютно верно. Почему? Потому что если мы один флаг поднимаем, то у нас три варианта есть. Либо зеленый, либо фиолетовый, либо красный. Дальше. Когда два, то шесть. Да. И когда три... Вот, три, шесть и шесть будет...